Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рай, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, новые задания, давай посмотрим, хоть задания какие. Получите 250 эфирного времени, маневр на раллийном авто, кстати. И далее, далее, далее. Так, команда. Так, сундук заберем. Так, крылья, ускоритель дым, усиленная турбо. Так, что у нас тут? Нет, ребят, не заболел. Просто элементарно нету времени. Не было времени. Не было, друзья мои, времени у меня на все про все. Но до ХКР-ки я наконец-то добрался все-таки. Так, ну что, друзья мои, глубоководная езда у меня. Так, надо посмотреть, 86 тысяч монет. Так, тут у нас все запущено, значит, все отлично. Здесь забрал один билетик. И что я хотел? Да, наверное, я хотел ехать. Давай только поменяем. Во-первых, тачку, потому что это глубоководная езда все-таки. Вот, и вид нашего гонщика. Блин. Индеец. Клоун какой-то. И даже не знаю, кого и взять-то. А что это у нас тут? Ага, пожарная шляпа новая. Давай вот такого вот оставим. Блин, я уже, наверное, друзья мои, ездить разучился. Сколько? Я давно уже не был, да, здесь? Ну, по времени это сколько у нас? Да, наверное, месяц. Да, где-то месяц меня не было, ребят, в этой игре. Плюс, не забывай, у нас же винда слетела, плюс компьютер погорел. В общем, там, да, месяц, не меньше, ребят. Так, оп, нормально. Тихо, давай. Отлично. Отлично, друзья мои. Я просто прекрасно помнил, что там надо было снизить скорость. Вот именно для того, чтобы в эту аэротрубу попасть. И, как видишь, у меня все получилось шикарно просто. Так, ну что, последняя гонка у нас тут. Последняя гонка. Та-та-та-та. Нафига ты, Рэй, так делаешь? Так, я не хочу, ребят, в эту подводку прыгать. Мне вот нравится в конце, ребята, как выглядит, ну, не босс, а вот, видишь, там как бы такой большой спрут. Вот было бы прикольно, если бы увидеть его. Чтобы рядышком он с тобой проплывал. И ты сразу в штанишки навалил. Так, а почему это у меня не разблокирован сундук этот? О, новая краска, друзья мои, на Muscle Car. Неплохо, я тебе скажу. Так, друзья, кубок лесов. Не, ну кубок лесов, наверное, я все-таки прокачусь на роличке. Фига себе. И полетел за булдыга. Он там куролесит какую-то дрянь, ребят. И вообще самый последний приехал. Он, по-моему, даже не приехал, он разбился там. Космический этот. Как его там назвать-то? Луноход же это. Да, это луноход чистой воды. А почему такие маленькие, короткие эти заезды? Идеальный старт. Идеальный старт, друзья мои, был только что мной сделан. Ага, вот тут, да, тут у него, ребят, получилось у этого чучмека подлететь, но первое место он не взял, потому что он в две гонки, ребята, сфейлился. Так, у нас опять какие-то пещи. Блин, если бы я знал, я бы здесь бы взял бы лучше бы вертушку.
Этому чуваку нельзя, ребята, врезаться на супердизеле. У него слишком слабая крыша. Давай, раз уж попал. Так, ему не помог, ребята, супер этот нагнетатель, блин. Но расслабляться-то нам не стоит. Так, тут еще маслкар. Я смотрю, вживается в роль мистера ковбоя. Ну, все, наверное, прекрасно поняли и видели, что произошло. Я потерял шляпу, я потерял крышу, но это мне не помешало. Шляпа сзади просто летит за мной. Просто шляпа сзади летит. Давай, 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 прилетай этот кактус. Задрипанный. Но, судя по всему, друзья, маслкар у нас тут попался не прокачанный. С чего я это взял? Ну, потому что, ребята, он слишком слаб был по сравнению с моей машиной. А у меня все было четенько. Так, ну-ка. Магнит. А, новые колеса на мотоцикл мы нашли. Окей. 103 тысячи. Так, кубок Сумрачной долины. Блин, такое впечатление, что я что-то забыл прокачать. Так, это по фулке у нас прокачано. Здесь по фулке. Что же я забыл? Что я начал качать и забыл? Так, баги фулка. Блин, хоть убей, не помню. А, маслкар же, точно. Точно, друзья мои. Мы же его хотели прокачать и потом протестить. На, как говорится, на мобильность. Точно. Так, ну а пока у нас кубок Сумрачной долины. То на что гораст. Ребята, я очень много времени трачу на вот эти вот, вообще на никчемные вот эти прыжки. Нафига так надо было делать? Просто его размотало, там начало мотылять. И из-за этого, естественно, очень времени много потерял. Ну фиг ли, раз уж заехал наверх. Такс, хорошо. А здесь мы взяли первое место. Но нам надо еще взять первое место, чтобы быть в топчике. Вот фури здесь, друзья мои, фури именно, не очень комфортно гонять. Скажу тебе честно. Во-первых, она здоровая, ну и во-вторых, тут особо-то разогнаться негде ей. Поэтому первое место фури, конечно же, не светит. Да и мне, по-моему, да, ребята, не светило первое место. Я получил здесь второе. Опа, новая... Нифига себе, ребята. Новая краска на байк. Видел, какая крутая? Надо будет как-то... как-то посмотреть на нее. Так, где у меня байк? Так, байк здесь. Ох, нифига. И я не знал, что у меня на байке, ребят, такие есть расцветки. Вот это прикольно, вот это прикольно. И вот это вот. А вот остальные нельзя, к сожалению, глянуть. Хм. Нормально так смотрится. Но я ездить пока буду, ребята, на раллийном авто. Ой, пляж, надо было... Ладно, фиг с ним. Что?
Что? Мне сейчас не показалось? Сзади меня... Так, эфирное время получил. Сзади меня ехал этот экскаватор? Он что, может такую офигеть большую скорость набирать, что ли? Ну да, ну крылья он поставил, ну и что? Крылья, ребята, это не показатель, но он действительно не уступал. То есть он гнал до последнего. Так, дай горючку взять. Опа. Ну, тут я тебе скажу, вообще изи. Мы первое место взяли. Так, задание завершено. Тут еще 3000 монет. Так, защитная арматура, колесный ускоритель. Здесь завершено. Так. Спойлер. Так, нам остается маневрик сделать. И 10 тысяч кубков впереди. Это нормально. Это, друзья мои, нормально. 10 тысяч кубков впереди, это хорошо. О-о-о-о-о, смотрите, 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 байкерша наяривает. Вот это вот мне не нравится. Вот, тихо. Давай, ловай. Фьюх. Повезло. А тут, походу, дела одна гонка. Да, ребят, тут одна гонка, я эту трассу вспомнил. Несмотря на то, что я 1000 лет не играл в эту игру, я трассы еще, ребят, помню. Еще не совсем маразматик. И я тебе скажу, довольно шикарно мы едем. Даже очень шикарно. Мой пожарник дает дрозда. Вот и финиш. Вот и все. Я даже не буду, ребята, ждать, потому что отрыв был великолепный. Так, миля в пустыне. Слушай, милю в пустыне можно, в принципе, ребят, рискнуть. Знаешь, на чем проехаться? На вертушке. Так, где она? Вот. Вот она, моя вертушка. Давай попробуем. Ну, вот этот подъем, конечно, немножко затяжной был. Опа! А вот это, друзья мои, наверное, был косяк. Я-то думал, что мы с тобой будем пролетать все. Что тут? Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Вот это я, называется, прокатился на свою голову. Когда он прыгает с большой высоты, именно на крышу, ребята, это все, это сразу смерть. Это сразу же смерть. Когда он прыгает с большой высоты именно на крышу. Друзья, вы мне писали, ХКРК 3 скоро выйдет. Где? Где сведения? Где чего по ней? Хоть что, ничего не слышно, ребят. Когда она там скоро выйдет-то? Месяц? Год? День? Я же жду. Я думаю, что и вы ждете. Ой. Ой. Ну все, ребят, тут барахло началось какое-то у меня. Да куда ты...
Ай, дурак, а. Ладно, первое место заняли, но то, что начал он точно вытворять, это, конечно, пипец. Кубок шахты. Тут даже, ребят, не обсуждается. В кубок шахты, я представляю, здесь ехать на этой, на вертушке. И вот у меня вот до сих пор, ребята, интересно, а кто-нибудь кубок шахты проходил на моноколесе? Кто-нибудь проходил на моноколесе шахты? Причем, чтобы занять еще первое место. Мне очень интересно было бы посмотреть. Так, ладно, давай, погнали. Вот что не говори, но моноколесо мне не нравится. И вряд ли оно когда-то, ребята, мне понравится. Маслкар самый умный, да, что ли? То есть аккуратничает. Ну да, аккуратничается, что приехал вторым. А я не аккуратничал, но первый. Энзина. Слушай, Зина, иди отсюда, а. Энзина, блин. Энзина как дрезина. Опа. Не перевернись, дурачок. Это будет тебе сейчас веселуха, блин. Так, ну что там у нас? Лидия, Энзина и я первый. И я первый. Блин, мне нравится вот этот костюм. Костюм выглядит прикольно. Так, давай-ка открывать. Тяжеловоз и все, ребят, больше у меня нету кристаллов. Сельский кубок. Поехали, друзья мои. Захотелось мне вот на байке покатиться в сельской местности. Знаешь, как этот первый парень на деревне, защита уже отлетела. Да и фиг с ней, с этой защитой. А этот на попрыгульках, друзья мои. Хилл Климп. Он взял себе попрыгульки и... И был таков. Фу! Ё-моё, как так получилось? Обо что он там споткнулся-то? Странно как-то. Обо что-то спот... Ой. Нормально, здесь получилось хорошо, ребят. И все равно я первый. Несмотря на то, что мы разбились, я первый. Ну-ка глянем. Усиленное турбо на автобус. А у нас еще вот тут вот. О, ребята, новая шмотка. Хипстер. Рубашка. Четки на руках. Все как полагается. Так, весенний город, день чудесный. Я, наверное... Да поеду я на раллийном авто. Можно было бы, конечно, здесь и на суперкаре, мне кажется, повыпендриваться. Смотри, там этот хлыщ не отстает, ребят, от меня. И едет, блин, прям по пятам. Угу, ну первое место нам здесь обеспечено. Так, в общем, я нашел себе конкурента здесь. Ау. Очень неприятно было, очень неприятно и прискорбно, друзья мои. А тут вот отлично, проехал аккуратненько. Как в аптеке. А вот это была подстава. Сопрано, вали нафиг. Да, там была, ребят, подстава. Я что-то слишком уж подлетел. И уж никак не мог подумать, что там будет препятствие, преграда, об которую я, в принципе, и врезался. Так, Волкер, да, по-моему, у нас, ребята, постоянно меня преследует.
не дает мне спокойно здесь расслабленно кататься. Ну и все, первое место. 8 баллов. Еще, друзья мои, гонки. Гоночка. А я-то тут обрадовался. Я уже тут, ребята, пожинал плоды победы. Ну, ага. Кукиш с маслом показали мне. А все равно первое место, наверное, мне кажется, я возьму, ребят. Ну да, вот оно. Первое местечко, тепленькое, первое место, топовое. А все остальные, как говорится, пошли вон. Путешествие на пальцах. Нет. Я думал взять вначале фуру, вот доли секунды думал, фуру возьму. А потом подумал, нафиг она нужна здесь. Она, во-первых, здесь не развернется особо сильно. Вот маслкар мне не нравится, что-то он тут. Давай, есть. Мы все-таки запрыгнули. Он что-то пердит. Кстати, заметил, что вот в этой гонке, вот мы с тобой гоняли, не так много маслкаров, как в прошлых сериях. Там их просто, ребята, пруд-пруди. Может быть, поднадоели они им, людишкам. Мне лично мое раллийное авто никогда не поднадоест. Потому что я до сих пор считаю, что она одна из топовых тачек. И может даже со мной не спорить по этому поводу. Фига там. Парень, у тебя что, буст сработал? Турбинка твоя, да? Тео. Я начинаю, ребята, сдавать позиции. А почему они там медленно так поехали? Теперь я понял, почему. Они сбросили газ. Но они знали, видимо, это уже трассу до дыр занюхали ее. Поэтому они там спустились и просто начали через подъем, через гору. Только сказал, что маслкаров, ребята, мало, и на, вот тебе. Вот они, эти маслкары, появились, блин. Целой ордой тут катаются. Опа. Шмек. И все. А тут, кстати, всего две гонки. Нафиг я сбросил скорость, блин. Я думал, ребят, что там вниз съест. Есть. Тут я время сэкономил. Я залетел на этот постаментик и с него, как говорится, сиганул уже. Ну давай дальше. У нас на 10 тысячах босс или нет, я уже не помню. По-моему, там босс будет у нас на 10 тысяч кубков. Эх, босс, а кто там будет босс? Как всегда, какая-нибудь маня-пружина, блин. Или еще что-нибудь в этом роде. Эть. Ну, что-то ты вообще, речь тут расклеился. Нормально я, ребята, по верхушкам проехал. Всех выиграл. А байкер еще и разбился. Щеглазадый, так ему и надо. Нисколечко мне его не жалко. Вшивый пентюх. Так, ну что у нас тут? А у нас тут все топ, друзья мои. 9 баллов, то есть по 3 балла за гонку. Ну, все три места мы заняли первыми, поэтому все у нас тип-топ. Вроде как пляжный сезон закончился. Так, один там, ребята, размозжился. Ты видел его, как по асфальту раскатало?
Прям так красиво его там раскатало. Прям хоть доставай фотоаппарат и делай селфи. Опа. Я смотрю, там желающих меня обогнать-то очень много, да? Но у всех ли получится это дело? Вот о чем контактирую. Ну, друзья мои, первое место и на яхточку. Оп. Трогай. Великолепно. Друзья мои, а у нас, да, у нас есть босс. Сколько, мне интересно, попыток надо будет, чтобы его победить. Кубок ледника. На чем он поедет? Он тоже, ребята, на раллийном авто. Я так понимаю, тут, наверное, выиграет тот, кто... Кто что? Он пролетел... А, ну понятно, он говно кусок взял крылья. Он на крылышках, ребят. Давай еще мне тут выиграй. Нет, ребят, тут я первый. Даже если у нас ничья, ребята, у нас будет присвоена победа в мою сторону. Даже если он здесь выиграет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. То есть он еще идеально здесь прокатился, да? Ну, понятное дело, фиг ли. Какой горючий кончается, вы че? Ну, и... Я же говорю, ребят. Первое место будет присвоено мне. Пам-пам-пам-пам-пам-пара-пара-парам-пам-пам. Вот как-то так, друзья мои. 10 тысяч кубков взято. Так, команда, Рэй, снимаешь? Снимал, скажем так. Все. Все, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Так, это что такое у нас? Что это? Гараж? Что это такое? Вступить. Гонка. Подожди, нафиг мне это... Ну, вот так вот, например. И что? Подожди, можно вопрос, а? Что? Так я знаю, что луфуйл, а где? Так, а тут у нас супердизель почему-то берут. А, так это модификация по умолчанию. Еще и как лох-то самый последний. Нет, третий. Вот опять же тут же, ребята, лопухнулся, блин. Тут уже результатик получше. И сколько мы тут будем гонять? А, время идет. Все. Сеанс окончен, написано. Ну я понял. Я понял. Получаешь эти... А гран-при...
400 медалей. Да. Да, ты был в видео, попал. Ну что, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.